Поехали. Давайте по одному представителю команды сразу шаг вперед, кто читает, да? Остальные аплодируем и делаем вид, что мы первый раз слышим эти шутки, да? Итак, команда «Кипяток», ваши три шутки. А наблюдение. Мальчик с очень короткими руками, когда всовывает одеяло в пододеяльник, еле-еле сводит концы с концами. Аплодируем. Следующее. С годами пародист Александр Песков все меньше напоминает Ирину Аллегрову. Ирина Аллегрова же с годами все больше и больше напоминает Александра Пескова. Ну и третий гол. В детстве София Ротару частенько убегала из дома на площадь, чтобы посмотреть на казнь крепостных. Замечательно. Ваши аплодисменты, друзья. Пожалуйста, команда КВН много. Ваши три шутки. Включай. Вторую давай. Давай я тебе свой отдам. Но если он сейчас у тебя в руках не заработает. Киллер с очень дрожащими руками брал не качеством, а количеством. Девочку, которая на 4 пары хромосом больше, чем у других девочек, овца. Сын гаишника играет в машинки на всякий случай трезвым. Ну что ж, замечательно. И команда КВН Трико, ваши три экзерсиса. Стих. Здесь можно эмо, гота, фриков встретить и даже хиппи в полном неглиже. Здесь точно собирается вся нечисть в атолле на 4-м этаже. Маша, изменившая Васе, который был в армии, долго надеялась, что смс-ка со словами «приду, убью» получилась из-за Т9. Ну и третью. А в Орле появился первый автобус с Wi-Fi, а в Амценске первая маршрутка с двигателем внутреннего сгорания. Друзья, у нас остались цифры 2, 3 и 5. Играем в лотерею. Пожалуйста. Кто, по вашему мнению, должен покинуть с активом 0,6 балла? 2. Итак, понятно. Команда КВН «Кипяток». Ваши аплодисменты, 0,6 балла у вас в активе. Поехали. Финальный раунд, да. По сцене немножечко так расфасовываемся. Боремся за 0,8 и литр, хотел. Нет, балл. Итак, поехали. Команда КВН много. Пьющую учительницу философии уважают все мужики во дворе. Мальчика с пальчик, который долго не брился, стали использовать как помазок. Мальчик, воспитанный бабушкой, скрылся в результате ДТП, но нашелся после фразы «А где это наш Сережа?» Ваши аплодисменты, команда КВН, много. Пожалуйста, команда КВН Трико. Шотландские дети всю жизнь бегают за юбкой своего отца. На орловские дороги асфальт кладут по фэншую, хотя нет, это орловским дорожникам по фэншую, как класть асфальт. Актуально, да, согласен. Мой дед прошел всю войну. Его много раз могли подвести, но он почему-то все шел и шел и шел. Ну что ж, осталось у нас две циферки, 3 и 5. Какую цифру поднимаем? Кто покидает с активом 0,8 баллов? Ну, здесь у нас Сергей задумался.
не задумался, 3 или 5, Сергей? Он все-таки присоединился к большинству. Единогласно, 0,8 получает команда КВН Трико и 1 балл команда КВН Много. Ваши аплодисменты. Итак, соответственно, за конкурс «Триатлон» команда КВН «Пока все дома» зарабатывает 0,4 балла. Команда КВН «Кипяток» 0,6 балла. «Трико» 0,8 балла. А команда КВН «Много» 1 балл ровно. Итого, после двух конкурсов команда КВН «Трико» 3,5 балла. Ваши аплодисменты, друзья. Команда КВН «Кипяток» 4,9 балла. Команда КВН «Пока все дома» 4,4 балла. И команда КВН «Много» 6 баллов ровно.